есть в спорте люди, имена которых отмечены чертами яркой индивидуальности и удивительного трудолюбия. Таковы Людмила Пахомова и Александр Горшков, многократные чемпионы в танцах на льду. Люблю очень общаться с такими с большими спортсменами, потому что это всякие-то цельные, очень сосредоточенные натуры, как целеустремленные натуры, что ли, которые знают, когда вот в нужный решающий момент выстрелить. Это не какое-то разбрасывание по мелочам, где-то по этапам. Это именно умение сконцентрировать всю свою волю, силы, всю энергию, весь свой талант, потому что действительно это талант. Вот собраться раз однажды, раз в 4 года. Не каждый год, а раз в 4 года. Счастливо переплелись жизненные пути и спортивные судьбы Елены Чайковской, Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова. Они вместе уже более 10 лет. И все эти годы они были едины в своих успехах, неудачах, поисках и мечтах. Мечтах создать собственную манеру, свой самобытный стиль исполнения танцев на льду. Едины в желании, вопреки скептическим голосам, убедить судей и зрителей в правомерности соединения фигурного катания с хореографическим искусством, в стремлении доказать спортивность танцев на льду, их законное право быть включенными в программу Олимпийских игр. На это ушли годы. Годы нелегкого спортивного труда, годы, доказавшие их преданность своему делу. Девиз Чайковской, Пахомовой, Горшкова: каждый новый сезон – новая программа. Саша, это будет хорошо, если ты зафиксируешь левую ногу. Сейчас нет точки, мажешь все. Вот шаг в левую руку, стоять, и вдруг. И выезд, тройку я не вижу, Не надо, я вижу точку раз и точку два. Не было, нет. Шаг еще с рукой, а не поворот. В спорте, как в любом творческом деле, нет предела совершенству. Есть лишь временные рубежи к достижению новых высот. Первый такой рубеж был преодолен более 10 лет назад. Припомнилось мне, как однажды в институт, в наш институт, ГИТИС, или как мы его называем у себя, Театральную академию искусств, пришла очаровательная, миловидная, стройная и грациозная девушка. Это была Леночка Чайковская. Шли годы. И вдруг появилась еще одна славная девушка. Разве мне могло прийти тогда в голову, что Чайковская будет наставником, а Пахомова первым и блистательным исполнителем? Училась она старательно и была в числе тех, кто вел за собой всех остальных. Но вдруг, к концу года, Людочка Пахомова подошла ко мне и сказала: Вячеслав Владимирович, мне нужно с вами поговорить. Людочка мне говорит: Вячеслав Владимирович, вот когда я поступала в институт,
Я и не представляла себе, что как я мало знаю в области хореографического искусства. И как я плохо подготовлена для того, чтобы в него поступить. И вот это тогда для меня совсем девочка попросила на год академический отпуск, тщательно готовилась, занималась, неимоверно много работала и вновь поступила в этот институт для того, чтобы закончить его в дальнейшем без каких-либо скидок. Училась Людмила отлично. Отлично закончили это учебное заведение. Ну что ж, и принесли не только наставникам, кто воспитывал этих одареннейших людей, но и миллионам людей нашей планеты большую радость. Казалось бы, что нужно было Людочке? Окончила учебные заведения, стала чемпионом мира, но научилась вроде всему, нет, она поступает в аспирантуру. Блистательно ее оканчивает и сегодня готовится к защите своей диссертации. А диссертация на пока еще не разработанную тему. Это о гармоническом слиянии искусства и спорта. Наши первые шаги на льду вместе с Милой начались, конечно, под руководством Лены. Мил с Сашей тогда только начинали, и с ними было очень легко, потому что пара только формировалась. И, знаете, у нас всегда были очень теплые, дружеские, такие товарищеские отношения. И тем не менее, наряду с этим, я, вот если признаться честно, я очень боялся ее. Я, вы понимаете, для меня очень большое имело значение ее оценка. Оценка того, что я делаю. И честно вам сказать, что заслужить похвалу, даже какое-то поощрение от нашей Лены очень-очень трудно. И нам казалось, что она очень интересный как человек и как тренер. Нам казалось, что самый молодой тренер он нас лучше всех поймет. Я считаю, что нам очень здорово повезло. Это как раз наше содружество, наш союз, который продержался, как я говорил, вот так очень долго, дал очень большой результат. Ну, это потом. Дайте расскажу сначала. Конечно. Соревнования начались. Всего месяц тому назад стала чемпионом Советского Союза Лена Осипова. Сейчас она выступает в произвольном катании. Да, именно такими были когда-то одиночные танцы на льду. В те годы еще никому из наших фигуристов не удавалось брать призовые места в этом виде спорта на международных соревнованиях. И еще никто не знал, что через несколько лет пятикратная чемпионка страны
Елена Осипова-Чайковская вместе со своими учениками завоюет признание всего спортивного мира как талантливый тренер. Когда в 65-м году ко мне обратилась Мила Пахомова, танцами я совершенно не занималась, не знала, что это такое. И когда я столкнулась с необходимостью знать все о танцах, я поняла, что, во-первых, это для нас совершенно необычно. Во-вторых, мы совершенно не знали обязательных танцев начала наших соревнований. На протяжении многих лет в фигурном катании господствовал английский стиль танцев на льду. Его блестящими представителями были Диана Таулер и Бернард Форд. Пьедесталы чемпионатов Европы и мира. На них, по решениям консервативно настроенных судей, поднимались фигуристы, сохраняющие верность английскому стилю танцев на льду. Мы, понимаете, не могли обойти англичан и американцев в традиционном таком классическом танце на полу, перенесенном на лед. И мы решили, что, пожалуй, все-таки, в общем, наша русская душа, наша танцевальность, наша какая-то образность должна принести в свое время успех. И вот по этому пути мы пошли сразу, без самой первой их программы. И до сравнительно недавнего времени англичане очень любили говорить, что если бы разрешили 10 английских пар выпустить на чемпионат Европы и мира, то первые 10 мест были бы английскими. Но вот когда впервые советская пара выступила в чемпионате Европы, она заняла 7-е место, и на чемпионате мира 10-е. Это тогда был большой успех, хотя это, в общем-то, очень отдаленные места. Но для себя, вот в тот момент, мы поняли, что для того, чтобы быть первым, нужно быть на 10 голов выше второго. Но уже к 68-му, к 69-му году я могу сказать, что получилось то, что мы хотели. Вот программа 69-го года, где впервые были использованы озорные частушки Родиона Щедрина, очень интересно прозвучала. Как дети мы выступали, это правда. Потому что это было, вы знаете, вот как первый раз фигурист выходит на свои первые выступления, у него просто только одно чувство есть у большинства. Это чувство радости, что его выпустили. Прошло много лет. Но в чем, так сказать, основа была для этой пары? Понимаете, в свое время Мила вот с Рыжкиным пробовала какие-то для себя классические образы, какую-то такую строгую лирику, что ли, если так можно сказать. Мне показалось, что она совершенно иного плана, что это какой-то искрящийся темперамент, какой-то взрыв, какой-то такой образ очень яркий, никаких полутонов. Это все говорилось в открытую, все резко, все, так сказать, ясно и понятно. Oh, hey!
Я очень хорошо помню, что всем понравилось. Всем понравился тот первый произвольный танец, который исполнила советская пара. И благодаря вот именно своей такой самобытности, непохожести, какой-то оригинальности, танцевальности, удали, азарству, веселости, вот не было такой скованности какой-то, осторожности, потому что ты боишься проиграть. Вот был танец в полном смысле слова, и это произвело очень большое впечатление, потому что после этого первого шага следующие места уже шли не подряд, а через 5 примерно. Каждый год приносил какой-то новый этап в развитии этой пары, в моем развитии, в развитии вообще мировых танцев, потому что пара в то время уже с 69-70 года была выше всех и лучше всех по оценке судей, любителей фигурного катания. В десятках городов у нас в стране и за рубежом рукоплескали мастерству Пахомовой и Горшкова. Парсит – это танго, то есть традиционно то, что разрешается Международным союзом конькобежцев. И в то же время мы на этом материале могли показать, что танго можно танцевать совершенно по-иному, чем нам предлагали все эти годы. То есть в танго можно раскрыть характеры танцующих, создать какой-то диалог. Правда, к сожалению, он был немножко перевес в диалоге на Милину сторону, но это было, так сказать, вынужденное решение. Что можно показать какие-то чувства людей в этом танго, что это не просто движение ногой, повороты, так сказать, какие-то позы, не говорящие ни о чем, сухие, как я их называю, до сих пор в английском стиле или в американском стиле, что это можно раскрыть людей, можно раскрыть характер. И вот это вот танго кумпарсита было началом всего того направления, которое принесли потом с собой Пахомов и Горшков в танцах на льду. И которая утвердилась сейчас именно благодаря их выступлениям в течение этих 10-11 лет. Thank you.
каждый год привносили что-то новое. И уже с 70-го года, когда они завоевали звание чемпионов мира и были безусловными лидерами мировых танцев на льду, это наложило отпечаток на нас всех троих, того, что мы должны каждый год заставлять людей воспринимать нас как лидеров, как людей, которые диктуют новое направление, как люди, которые стараются творить, не стоят на месте и движутся вперед. Для меня всегда, например, Ленины постановки были откровением, открытием. Вот, например, мы какую-то музыку выбирали, мы всегда вместе обсуждали музыку. И если даже у Лены были какие-то свои, так сказать, мысли, она всегда давала нам прослушать эту музыку, советовалась. Ну, не то, что советовалась, она нам предлагала. Как вам вот такая тема? Но я как-то вот фантазировала, я, так сказать, что-то такое представляла себе, как это будет выглядеть на льду. Но ее предложения всегда были необычнее и оригинальнее того, что я могла себе вообразить для себя. И вот это всегда меня очень удивляло и вдохновляло. Каждый год я ждала всегда новых каких-то программ, постановок. И вот наступил день, путь к которому был длиною в 10 лет. Здесь можно было рассказать, как рисуется картина, как создается музыка, как создается фильм, тогда, наверное, все было бы ясно. Трудно это для себя, я, в общем, знаю, как я должна работать. У меня какие-то есть уже профессиональные навыки, но это каждый раз даже ново для меня, хотя я не первый год этим занимаюсь. Ну вот, скажем, последняя олимпийская программа. Я очень долго мечтала о том, как я... То есть я мечтала об Олимпийских играх и очень как-то четко представляла себе заранее, как вот я бы выступала на Олимпийских играх, какие у меня были ощущения. И мне казалось, что я должна была бы вот каждый шаг помнить, чувствовать и очень осмысленно все это делать. Но на практике вот оказалось все совсем по-другому. Как-то у нас неудачно сложился тот сезон, болел очень Саша.
У него была операция. Это произошло внезапно, в предолимпийский год, незадолго до очередного чемпионата мира. Александр оказался в больнице. Операция была сложной, длительной. О том, что было для нас тяжело-тяжелое время, и потом, так сказать, мы его пережили. Я считаю, что все позади. Как вам сказать, Горшков, вот ходит разговор, стоило ли ему продолжать выступать после этой сложнейшей операции, или стоило, так сказать, заботиться о здоровье и перейти на более спокойную жизнь. Хирургам удалось предотвратить катастрофу. Теперь все зависело во многом от самого Александра, его воли, стойкости, жизнелюбия. Впервые за последние 9 лет чемпионат мира прошел без Людмилы и Александра. Но они приняли участие в показательных выступлениях. Every day, remember, I
показательных выступлениях в Москве, я почувствовал, что все вернулось. Я могу уже кататься так же, как я катался, на том же ходу, делать все те же самые поддержки, уже не думать ни о своей руке, ни о своем боку, а думать только о том, что я делаю, о том образе, в котором я в данный момент живу. Но не забывайте, что фигурное катание должно оставаться спортом. Это спорт, это борьба. В борьбе ты должен победить или проиграть. Должен проиграть или победить в чем-то. В чем? Не только в образности. У нас две оценки. У нас есть еще оценка за техничность. То есть за твою силу, за твой атлетизм. И вот пришел новый сезон. Сезон первого для танцевальных пар Олимпийского года. Все ближе и ближе Олимпийские игры. И все более насыщенными, упорными, настойчивыми становятся тренировки. По общему признанию, именно мастерству Пахомовой и Горшкова спортивный мир обязан появлением танцев на льду в олимпийской программе. Теперь для того, чтобы быть первыми, их мастерство должно было стать еще более совершенным, новаторским, еще более сблизить танцы на льду с искусством. Большая победа для меня самого. Тренер поставил нам самую трудную программу за все годы нашего катания. И, конечно, для меня был очень большой праздник, когда мы впервые ее прокатали целиком. Я понял, что да, я доеду до конца и смогу ее катать, и смогу с ней выступить на чемпионате мира, Европы и на Олимпийских играх. Спорт – это все-таки борьба. И на Олимпийских играх, я бы сказала, жесточайшая борьба. Выигрывает тот, кто может... Вот к себя подвести к этому пику, что ли, к олимпийскому пику, и доказать, именно показать в данный момент, что ты сильнее, и что, так сказать, ты более волевой человек, чем остальные. Я не считаю, что, скажем, олимпийские победы могут быть случайными, нет. Thank you.
Итак, ждем, ждем, ждем с нетерпением оценок. Олимпийский сезон, новая вершина в творчестве Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова. Это действительно потрясающее выступление. Пять девять. Людмила Пахомова и Александр Горшков, олимпийские чемпионы. Множество спортивных наград у Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова. Теперь они стали обладателями самого ценного приза. Первых в истории Олимпиад золотых медалей в танцах на льду. Но видите ли, какие времена у нас сейчас, что это жанр один из самых любимых народом, один из самых демократических. Ведь люди, когда начинается, я знаю просто по своим и друзьям, и знакомым, и родственникам, когда начинается балет на льду, в особенности вот Пахомова и Горшков, так ведь от телевизора никто не отходит, зазывают друг друга. Поэтому хочу выразить свои симпатии к этой замечательной паре, пожелать им еще больших успехов. Надо сказать, что масштабы их деятельности международные, а те, кто сейчас выступает не только в Советском Союзе, но и за рубежом, это большая ответственность и большая, так сказать, ну, радость должна быть прославлять искусство своей родины и завоевывать, так сказать, симпатии миллионов зарубежной публики, тех людей, которые интересуются за рубежом советским искусством, советской культурой. Так уж повелось. Каждую весну сборная команда Советского Союза отправляется в поездку по стране. Тысячам и тысячам людей они несут радость своим ярким, оптимистическим искусством. Радушно встречали Милу и Сашу в Кузбассе горняки шахты имени Калинина. Произвели все равно в горняки. Обычай горняцкий исполнили. Понравилось. А главное, что нас закрестили. Такой трудный год для вас. Столько, так сказать, проехали уже везде. И после этих трудностей все-таки Сибирь не оставили. До нас спасибо большое. Сезон всегда бывает не закончен до конца. Сезон без этого не сезон. Пока мы, если мы не побываем в Сибири, сезон для нас не кончен. Выступление 6 сейчас уже представляет. Это здорово. И город принимает, это знает трудовой люд, как принимает. Да не только ребятишки смотрят, а восхищаются. Вы никогда не забывайте, что, допустим, вы уезжаете за границу, там, значит, никто об вас не болеет. Об вас болеет очень многие. Спасибо. Разрешите мне от имени всех фигуристов сборной команды СССР поблагодарить вас за гостеприимство, теплый прием, за эти теплые слова благодарности, сказанные в наш адрес, за ваш благородный труд, труд хлеборобов. И спасибо огромное за этот каравай, символ вашего хлеборобного края. И мы со своей стороны желаем вам огромного счастья, здоровья и еще больших успехов в труде. За высокие спортивные достижения орденами Трудового Красного Знамени награждены Людмила Пахомова, Александр Горшков, Елена Чайковская. Очень счастлива и постараюсь с честью носить этот орден и оправдать его в будущей своей спортивной деятельности. Да, мы чрезвычайно горды той очень большой оценкой нашего труда. И вспоминается целый год,
как мы готовились, как наша Родина давала нам наказ, когда мы уезжали на Олимпиаду. Очень хорошо он помнится, как мы вернулись с победой. Каждое выступление прославленного дуэта – это маленький спектакль, в котором всегда есть неповторимые краски, удивительное созвучие с музыкой. Таков в их исполнении и волшебный вальс Арама Хачатуряна. Когда я увидал этот вальс, как танцуют эта балетная пара замечательная, то я был очарован ими. Почему был очарован? Там не только, так сказать, ну, мастерство, так сказать, специфика, так сказать, этого вида искусства и мастерство ихнее. Но меня еще поразило то, что они дают, удивительно почувствовали вот тот образ, который я вкладывал в это сочинение, когда писал музыку. Ведь по пьесе Лермонтова судьба Нины Арбениной предрешена. Она должна погибнуть. И поэтому вальс, хотя он звучал на балу великосветском, но я думал о нем как о трагическом вальсе. Заслуженные пираты спорта, олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира и Европы, Людмила Пахомова, Александр Гаскоп.
почти каждый дворец спорта, где я выступала, где мы с Сашей выступали. Хотя, с другой стороны, попадая в эти дворцы позже, на следующий год, и мы видим их и удивляемся. Неужели здесь в прошлом году проходил чемпионат мира или Европы? Он выглядит для нас совершенно иначе. Тогда он был какой-то праздничный, это был театр, а сейчас это обычная площадка, как для тренировок. Уйти из спорта всегда тяжело. Потому что спортом занимаешься с детства. Мы, в общем-то, уже промерзли на льду. Лед для нас дом, это наш пол, это наша земля. И уходить это значит снимать коньки. Это значит никогда не вставать на лед. Проблемы спорта, наверное. Понимаете, не знаю, проще ли в искусстве, наверное, сложнее, чем в спорте, но все-таки у нас масса было каких-то очень ярких талантов, которые в нужный момент не смогли доказать, что они лучшие, что они, так сказать, первые, что они имеют право называться олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. И есть еще одна черта, вот то, о чем, как говорится, не мило, не, ты не затронули ее. Дело в том, что можно, как говорится, быть родоначальником чего-то, но нельзя садиться на своего конька и ехать на нем до тех пор, пока он не умрет, не упадет под тобой замертво, а из-за того, что ты его заездил. А мне хочется увидеть контраст. Вот я мечтаю о том, чтобы я увидела пару, которая и еще бы, может быть, нас бы и победила бы. Я надеюсь, что я их увижу до того, как они выйдут со мной на один старт. Я им уступлю. Так сказать, я буду счастлива, если такая пара появится. Я надеюсь на это, что таких, как мы, не будет чемпионов. Я надеюсь, что будут чемпионы совсем другие. Совсем с другими танцами, совсем с другими вообще, с другим своим лицом. Пройдут годы, и на олимпийский пьедестал поднимутся новые чемпионы. Но мы никогда не забудем, что на этом трудном пути Людмила Пахомова и Александр Горшков были первыми и навсегда останутся первыми.